крышечка. Гаврила, кум Гаврила, я Гаврила.
музыка плывет. На флейте ангел песнь играет. Свет луны, мерцанье звезд, созвучья нот душой питает. Надежда, вера и любовь сердца людские наполняют. И звуки флейты вновь и вновь над нами ангел рассыпает. Отдел оркестровых, духовых и ударных инструментов был открыт в 1936 году с целью обеспечения профессиональными исполнительскими и преподавательскими кадрами музыкальных коллективов и учебных заведений Восточного региона. Первыми преподавателями и руководителями отдела стали высокопрофессиональные музыканты Леонид Степановский, Иван Кочуев, Григорий Пусь, которые привлекли к воспитанию молодых музыкантов замечательных специалистов Григория Подмогильного, Владимира Гололобова, Григория Костринского, Андрея Нестерова и других. Яркие страницы в историю отдела внес талантливый музыкант, исполнитель и педагог Владимир Сапелюк. Годы его руководства, почти 30 лет, духовым и эстрадно-симфоническим оркестрами были интересными, наполненными значительными достижениями и в исполнительской, и просветительской деятельности училища. Эти коллективы стали активными участниками культурной жизни города. Продолжил эти традиции руководитель джаз-ансамбля «Септет Джаз» Донецкой филармонии Александр Куслин. В настоящее время руководит отделом Николай Чернозюмский. Высокий уровень преподавания подтверждают ученики духового отдела, которые неоднократно становились лауреатами и дипломантами престижных музыкальных конкурсов и фестивалей. За годы работы отдела подготовлено более 700 специалистов, которые составили творческую основу оркестра Донецкой филармонии, Академического театра оперы и балета, кафедры духовых инструментов Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева, преподавательских коллективов музыкальных школ региона. Многие ведут активную исполнительскую деятельность в музыкальных коллективах за рубежом. Продолжает наш концерт выступление духового оркестра Донецкого музыкального колледжа, непременного участника торжественных и памятных мероприятий города. 6 мая состоится отчетный концерт коллектива в зале филармонии, на который мы приглашаем всех любителей духовой музыки. Какая сила в духовых оркестрах! Какая сила и какая грусть в мелодиях забытых и известных и вытверженных нами наизусть. Когда холодным мундштукам припавший оркестры будят тишину вокруг, дыхание павших, без вести пропавших, опять весь мир пронизывает вдруг. И вот опять проснулось и воскресло все то, что сердце знает наизусть. Какая сила в духовых оркестрах! Какая сила и какая грусть! Выступает оркестр.